Добрый день. Я Снежана Паллада на розовом диване с Никитой Чуриным. Никита, добрый день. Здравствуйте. Как твое настроение? Настроение отличное. Когда я увидел этот розовый диван, настроение поднялось 2 раза. Я, знаете, всегда мечтал именно вот о таком мягком месте, чтобы можно было в гостиной полежать и почувствовать себя прям как дома. Да, Никита, розовый диван неспроста. Интимная обстановка для того, чтобы ты смог рассказать только о себе. Отлично. Тогда я начинаю раздеваться. Да, можешь раздеваться. А я буду задавать вопросы в лоб. Если не хочешь, не отвечай. Но с дивана уходить нельзя. Хорошо. Итак, первый мой вопрос. Мне очень интересно узнать, а как ты добился того, что у тебя сейчас? Ты ведущий, правильно? На самом деле, я начинал с самых низов, я начал работать вожатым, потом мне понравилось вести детскую анимацию, после этого у меня все потихонечку начиналось разрастаться, то есть начал я вообще с детей, детей я очень сильно люблю, пока своих нет, но я думаю, в будущем обязательно будут. Потихонечку начиналось все как-то в гору идти, меня начали подталкивать хорошие знакомства, так сказать, в шоу-бизнесе это очень важно. То есть через постель? Через диван, я бы сказал, через розовый. И все, и как-то начали давать мероприятия, потихонечку начал брать с маленьких, потом уже начал крупные, так сказать, реализовывать свои. Понятно. Я видения. Вот тебя знаю совсем недавно, ну, пару месяцев, да, вижу, как бы ты добился, ну, таких высоких, да, высот, успехов. А вообще, кто помогает в этом тебе? На самом деле, помогает это прежде всего понимание, что в будущем ты хочешь дать своим детям или своей семье чего-то большего. Вот, поэтому хочется добиться сейчас, в данный момент, пока молодой, пока есть силы, пока есть стремление, пока есть, так сказать, энтузиазм. Хочется прямо сейчас взять все, что можно, а дальше уже, так сказать, плоды нарабатывать свои работы. А почему ты выбрал именно эту профессию, ведущий? На самом деле так пошло, что у меня родители всегда были очень активные, очень тоже работали всегда, где-то подрабатывали ведущие, как тогда называли, тамады. Вот, они именно вот в этой сфере работали. Потом как-то у них это ушло, но все-таки я забрал вот именно от родителей что-то такое. Они тоже очень любят говорить постоянно, везде выступали в свое время. Ты же понимаешь, что это шут? Ну да, конечно, как-то в своем роде, но... Мне почему-то нравится именно вещать для людей, вещать, давать настроение, давать позитив и вообще. Ну, это же ведь легкий труд, легкие деньги. Ну, не скажи, конечно, все-таки этот розовый диван провоцирует. На самом деле, в какой-то момент ты понимаешь, что, блин, я устал, каждый день одно и то же, да, грубо говоря, мероприятия, люди у тебя все время мелькают, все время что-то ты должен делать, какие-то интерактивы придумать, что-то новое, да, ночные вечеринки. Но потом как-то проходит время, понимаешь, что, ну, ты же не на заводе работаешь, ты общаешься с людьми, ты даришь им позитив, люди подходят, им нравится, поэтому все равно как-то от людей заряжаешься. Хорошее настроение. А ты считаешь себя профессиональным ведущим? Ну, я бы сказал бы, не профессиональный ведущий, я просто ведущий. То есть профессиональный ведущий, это надо, мне кажется, может сказать только про себя. Либо Ургант, либо Малахов, либо, я не знаю, либо, может быть, Коля Басков, который тоже, кстати, ведет свадьбу. Цель у тебя есть такая? Цель есть. Вообще хочу попасть на телевидение, хочу быть медийным, чтобы маленечко ценник поднялся, и все говорили, о, вот СТНТ парень, давайте его возьмем на мероприятие. Угу. Вот видя твои... выступление, работу, да, я бы оценила на 3, так себе. Я бы на 2 оценил, что-то ты много даешь сегодня, прям. Не, на самом деле, оценивать я люблю, когда вообще мне говорят не только хорошее, мне всегда, когда говорят критику, я ее всегда воспринимаю, всегда потом прокручиваю в голове, говорят, Никитос, ну вот здесь можно было бы сделать вот так, вот я сижу и потом переделываю, это хорошо на самом деле. Когда все говорят, что плохо, а потом за спиной говорят, что, блин, точнее, когда говорят хорошо, а за спиной говорят, что, блин, какой ты не очень хороший ведущий, поэтому... А ты считаешь, я могу тебя оценивать? Я считаю, что ты можешь все. Когда у тебя есть такой розовый диван, господи, блин, ты можешь что угодно сказать, что у меня плохая рубашка, джинсы. Никита, раздевайся, с дивана уходить нельзя, поэтому я начну раздеваться лежа. Да, на самом деле я как бы немножко слукавила, сказав, что на 3 есть работы, которые действительно хорошие, а оцениваю я по зрителям, да, когда подходят, спрашивают, кто был, дайте телефончик и так далее. 20%, кстати, мои. Я помню, конечно. Вот, и такой момент... Кто для тебя, ну, на сегодняшний день вот прямо вот идеал, да, ведущего, шоу-бизнес, индустрии развлечений, вот на кого бы ты равнялся и вообще бы поставил пьедестал?
На самом деле в Перми не буду кого-то выделять особенного, потому что много есть друзей, много с кем общаюсь, да, могут обидеться. На самом деле вот мне прям очень нравится, как ведет Ургант, как ведет именно его юмор, да. От каждого ведущего мне что-то нравится определенно, да. У Урганта его нравится именно импровизация, именно юмор, да. Вот есть очень крутой Азамат, который раньше играл в КВН, сейчас он ведет «Где логика» по ТНТ. Тоже круто подает, круто быстро отвечает, именно тоже импровизация работы, да. Как дикция, как хорошая речь, Малахов, в принципе, он давно в этом бизнесе, да, то есть я молодой, начинающий, перспективный, поэтому мне есть чему стремиться и добиваться. Какой совет можешь дать, чтобы вот именно стать в 22 года таким успешным? Ты везде, ты вообще везде. Ну, на самом деле, хочется быть еще больше, хочется уже зацепить телевизор, зацепить еще какие-то мероприятия, да, но мне кажется, надо просто... иметь хорошие знакомства, общаться, предлагать себя везде, ссылать себя везде, говорить, давайте я проведу вам здесь мероприятие, вы посмотрите на меня, вам понравится, вы захотите со мной работать, давайте здесь, давайте здесь. То есть это все очень просто на самом деле. А на что ты готов, чтобы попасть на ТНТ? На самом деле, в принципе, ко мне уже недавно подходил, так сказать, менеджер ТНТ-канала и сказал, если что, обращайтесь, какие-то вопросы будут. Тем более, сейчас приезжают нам очень много артистов и постоянно берем интервью. На что же ты готов-то? Я готов, на самом деле, на многое. На многое? Если честно, то телевидение — это такая штука, что если ты пойдешь туда, то она тебя затянет. То есть тут надо понимать, либо ты ведущий, либо ты ведущий на телевидении. То ты есть... же понимаешь, не за красивые же глазки все-таки. Само собой, потому что очень знаю много ведущих на телевидении, которые там закончили и пошли просто вести мероприятие. То есть все равно как-то совмещать очень сложно. Ты всегда должен находиться где-то на телевидении, где-то брать интервью и так далее. А откуда силы берешь вообще вот это, быть энергичным с таким? На самом деле... Очень долгое время, лет 15, занимался хоккеем, и как начал уходить в шоу-бизнес, все это потихоньку начало забываться, форма так и стоит дома, но постоянно зовут покататься, зовут поиграть, но некогда, не успеваю. То есть ты еще и спортсмен. Да, то есть поэтому силы во мне есть всегда, не знаю, я занимаюсь также фитнесом, хожу в зал, у меня есть свой тренер, который мне постоянно говорит, ты тряпка, давай занимайся сильнее, то есть бери веса больше, поэтому то есть силы всегда есть. У тебя есть продюсер? А, нет, продюсера нет, к сожалению. А надо? Но на данном этапе я считаю, что нет. Вот если потом уже пойдет телевидение, когда у меня график будет загружен очень сильно, я думаю, уже тогда понадобится. Но мне предлагали уже услуги пару моих знакомых ребят, которые работают СММщиками, которые работают пиарщиками. Они говорят, Никитос, у нас есть связи, давай мы будем тебе просто предлагать, ты запишешь наш номер везде в своих соцсетях и просто будешь отдавать все заказы нам, а мы будем общаться с клиентами. Кто у тебя сейчас в приоритете, с кем бы ты вообще работал? Я могу тебя перекупить. То есть за деньги пойдешь работать? Ну, на самом деле, я работаю везде. То есть мне хочется поработать во всех сферах. То есть не только свадьбы, не только корпоративы. Также мне нравятся ночные вечеринки. Также мне нравится, вот сейчас мы запустили снова шоу на радио «Рекорд», да. То есть мне нравится быть везде. То есть мне нравится как-то... Конечно, классно, когда ты сидишь на одном месте, у тебя есть постоянная заработная плата, ты сидишь на окладе и работаешь в одном, так сказать... Тебе это прельщает? Нет. Мне больше нравится поработать на больших площадках. Мне нравится работать в ТРК каких-то, да, допустим, «Семья», «Спешилов» и так далее. То есть... А чаще с кем работаешь? Все-таки дети, взрослые, девушки, мальчики? На самом деле аудитория разная. Ну, мне нравится, конечно, работать более так в аудитории 25-40. То есть вот это именно аудитория, когда им хочется драйва, им хочется веселья, им хочется каких-то шуток, юмора. То есть более молодая, им, конечно, хочется просто потанцевать или просто чтобы был какой-то ведущий так немножечко с пошлыми шутками. Я тоже это люблю, я тоже это приветствую, но в меру. А ты интеллектуал? То есть тебя это... Ну, есть у меня такое, есть, то есть я, в принципе, разносторонний, есть у меня и интеллектуальные какие-то, юмористические. Ну, ты мне так и не ответил, я смогу тебя перекупить, то есть дать больше денег, и ты пойдешь. Смотря сколько, если ты скажешь, что будет розовый диван, конечно, за розовый диван я готов вообще уехать в Березники или в Кунгуре работать там где-нибудь в поселке. Кстати, в области есть работа, поедешь за 10 тысяч? За 10? В час, конечно, Снежана, пожалуйста. В час, как, слышишь? Я продаем. Очень дешевый ведущий. С молотка тебя продавать. Все, без проблем. Без проблем. Ну, ты гибкий вообще. Смотря в чем. Ну, в ценнике. На самом деле, да. То есть у меня нет такого, что, блин, все, я работаю за 25 с диджеем, все, я остаюсь в этой ценовой категории. Ну, подожди, если 25, я говорю, я требую это другого уровня.
Нет, на самом деле... Можешь дотянуть до 50 уровней. Без проблем. Вообще, без на самом деле, я бы сказал так, я себя сейчас ни с кем не сравниваю и себя не ставлю. Но есть ведущие, кроме меня, да, которые работают за 25, за 30, есть ведущие, которые работают подороже, и они, в принципе, как бы, у них не большая разница в цене, так сказать, в работе. А откуда вообще такой ценник? На самом деле люди, ну, люди его зарабатывают все равно, люди зарабатывают ну, именно как? На имя, часа? Имидж. 5 да. тысяч рублей, да? Ну, примерно, да, наверное, да. Так, а 5 тысяч, что же за 5 тысяч я получу-то? А, мне кажется, ведущий должен танцевать как минимум, стриптиз должен танцевать, еще и дрыгаться попой, я бы сказал так, и просто дарить какой-то невероятный эффект. Ну, когда люди уже наработали себе на имя, то есть они уже могут поднять ценник, смысл работать 5 мероприятий, допустим, 15 мероприятий, да, за 25 тысяч рублей, когда они могут отработать 5 и получат тот же эффект, тот же выход, тот же итог. А вот мне еще такой вопрос интересен. Ты с организаторами, допустим, да, с арт-директорами и так далее, ты в дружеских отношениях или все-таки партнерских? Ну, скорее всего, партнерских, но есть с кем, как бы, мне хочется пообщаться, допустим, там, чем занимались в свободное время, да, я вот ездил отдыхать туда-то, где получше найти, допустим, место для отдыха. Таких друзей много? На самом деле нет. Ну, то есть у меня есть друзья ведущие, есть ребята, с кем я общаюсь, из артистов, да, то есть с кем прям поддерживаю. Есть прям артисты, друзья, с которыми я очень хорошо общаюсь, с которыми постоянно, вот если у меня есть заказы, то есть я звоню, ребята, вот, пожалуйста, давайте вместе со мной поработаем. По дружбе можешь скидку делать? По дружбе? Ну, обычно я спрашиваю так, ну, вот какой у вас есть бюджет, да, грубо говоря, давайте что-то из этого посмотрим. Прям вот по дружбе, ты говоришь, у тебя 25, я говорю, Никит, давай за 15 по дружбе. Ну, в принципе, да, вот если я с человеком очень хорошо общаюсь, я просто знаю, что этот человек мне позвонит через неделю, через две, скажет, что вот ты тут еще 4 да, мероприятия. Это, да? Ну, конечно, ну, вот это называется взаимовыгода в шоу-бизнесе. Да, ну, бесплатно по дружбе. Нет, а есть прямо взаимовыгода по дружбе. То есть есть человек, который прямо он говорит, Никитос, я вот выступлю на день рождения твоего отца вообще бесплатно. То есть так и было. То есть мы с ним хорошо общаемся тоже, и когда у него будет мероприятие какое-то там, не знаю, у его семьи, я без проблем выступлю. Ну, еще один вопрос, наверное, будет волновать всех. Женат ли ты? Я, к сожалению, не женат. К сожалению. Может быть, к счастью, не знаю. На самом деле в мои 22, уже почти 23, мама говорит, что не торопи события. То есть у меня есть родной брат, которому 27, он тоже не женат, да. То есть мы в семье вдвоем именно родные братья, так скажем. Поэтому я особо не стремлюсь, но думаю, что до 25 я уже определюсь со своей женой. А сейчас-то уже есть такой критерий девочек? Какая бы? Высокая, длинная, добрая, худая, как бы вот какие-то есть моменты? Ну, на самом Или деле... вообще, лишь бы хороший был человек? На самом деле, много девушек вообще встречается, тем более в моей профессии, просто даже именно из артистов. Вообще в профессии подходят, говорят, нам очень все понравилось, Никита, можно как-то с вами познакомиться и так далее. На данный момент я вообще стараюсь пока не заниматься своими отношениями, а заниматься именно своим, так сказать, рабочей профессией, своим ведением мероприятий, потому что все-таки... Карьера. Да, то есть есть на самом деле много правил всяких разных, допустим, если хочешь идти далеко, то иди, скажем так, вдвоем, если хочешь идти быстро, то иди один. То есть вот именно... Угу. Значит, есть... холостяк Перми, да. Завидный холостяк. Ну пока вот, пока закрепляюсь потихонечку, начинаю развиваться, но хотелось бы, конечно, развиваться в другом городе, не только в нашем. Но я уже езжу, работаю именно в области, в Екатеринбурге тоже есть заказы, поэтому потихонечку уже начинаю. Дорастешь до Москвы? Я думаю, да, потихонечку. А дальше? А дальше я надеюсь, что уже мир пойдет уже за границу. Ну ты знаешь иностранный язык? Я знаю чуть-чуть татарский. Возможно, я поеду в Казань, а так с английским у меня плохо, если честно. Поэтому критерия какого-то конкретного нету, я надеюсь, что девушка должна быть как минимум умной и ценить то, что есть. Ну вот на этой паузе, на этой ночи мы с тобой сделаем паузу, а у меня еще есть для тебя игра. Раздеваешься. Если одна черная, не раздеваешься. Поехали. Отлично. Хорошо. Итак, три красные раздеваюсь. Да.
Что ж ты, можно кофту принеси обратно, пожалуйста? Итак, ладно, поехали. Я тебе продам сразу. Сверху надо доставать? Любые. Завидный парень у нас на деревне. Итак, поехали. Хорошо. Повезло. Можно сразу показать? Конечно. Итак, ребята, это мой успех. Первая красная. Поехали дальше. Итак, я надеюсь, что здесь вторая красная. Итак, шикарно. Прям люблю, когда так. Итак, надеюсь, не смотрит сейчас мама эту передачу. Итак, начнем с третьей карты. И третья. Что ж такое-то? А вот раздеваться Никита будет в следующий раз. Никита. Так что обязательно смотри. Ёшки ты! Все куплено, розовый диван, одни красные карты. Я знал, что нельзя доверять Снежане. Я смотрю, как не 36. Учти, работать будем. Что ж, можно переписать вот эту фразу? Ну что, Никита, раздеваться будешь в другой раз. Шикарно. Сейчас все девочки... Я знал, что это развод, кинул в экран свои туфли и ушла. Да, Никита, на самом деле было очень приятно с тобой пообщаться. Интересная, так скажем, ты натура, личность, поэтому работать будем, и 20% моих. Без проблем. Да, я преследую всегда такой интерес, жизнь научила, если хочешь, научу и тебя. Ну, а сейчас мы говорим, наверное, до свидания. И спасибо всем, кто нас смотрел, и ну и напоследок все-таки немножечко, вот одну пуговицу можно, вот все, вот, чтобы всем хотя бы чуть-чуть понравиться. Встретимся через 5 минут с Анастасией Шкловской. Пока-пока.